Здравствуйте! Сегодня на обзоре универсальная куртка Windblock Division от бренда MTAG. Куртка исполнена из материала Polartec Windblock или блокирующий ветер, при том с самой высокой категорией теплоемкости в 330 грамм на метр квадратный. Все мы знаем, что вспотевшие спина и грудь в обычной одежде останутся мокрыми, что на морозе не ограничится только возможностью застудить поясницу, но и более серьезными последствиями. Polartec же отводит испарение от тела человека на следующий слой мембранной решетки Windblock, который рассчитан на условия низких и максимально низких температур, таким образом, что 80% тепла тела отражается от поверхности внутрь и только 20% выходит наружу через мембрану. Трехслойное строение мембранной ткани полностью убирает эффект шуршания, который свойственный обычным softshell материалам и позволяет передвигаться абсолютно бесшумно, что важно при военном или тактическом применении. Куртка снабжена ветрозащитным капюшоном, который исполнен из той же трехслойной ткани, что и вся куртка, стильными затяжками, что позволит регулировать его под разные головные упоры или стрелковые наушники. Основная молния снабжена внутренним ветрозащитным клапаном и имеет два бегунка, в связи с чем можно открывать замок в обратном от традиционного направления, снизу вверх, тем самым обеспечивая быстрый доступ к поясному оборудованию либо оружию. При этом бегунки снабжены небольшими темляками, что позволяет открывать замок, не снимая перчаток. Задняя часть куртки длиннее, чем передняя, что позволяет защитить от попадания потоком холодного ветра. На локтях нашита усиленная защита из прочного нейлона. Манжеты на рукавах снабжены регулировочными утяжками велкро и при необходимости могут полностью закрыть рукава при сильном ветре или при движении в густой растительности. На подмышечных впадинах и пояснице расположены вентиляционные карманы, которые не позволят нарушить терморегуляцию куртки. При этом систему поясной вентиляции всегда можно использовать как поясной грузовой карман для хранения мелких вещей. Куртка имеет 5 внешних карманов, 2 из которых основные имеют отделение для ношения ручки или фонарика. Кроме того, основные карманы Division имеют слоты для вывода гарнитуры или проводов питания. На обоих рукавах расположены панели велкро для крепления шевронов, под которыми удобно разместились вспомогательные карманы для документов. Левый рукав куртки снабжен сервисным микрокарманом для хранения ремнабора или бесконтактного магнитного пропуска. Благодаря характеристикам используемых тканей, продуманному покрою и универсальным расцветкам, куртка Division от бренда MTAG подойдет как для ежедневного ношения в городе, так и для активной работы, отдыха, военного и тактического применения. То есть Division в первую очередь подойдет активным людям, которым необходимо много двигаться. Кто хочет знать больше, все необходимые ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!